Ты по своей сути индивидуалист? Да, безусловно. Как в таком случае складываются взаимоотношения в коллективе? А взаимоотношения у нас прекрасные. Мы вообще все друзья, и только на этом наш коллектив и держится. Что можно считать популярностью? То, что ты собираешь такие многотысячные стадионы, это, конечно же, показатель этой популярности. Скажи, для тебя важно, сколько народу в зале? Очень. Очень важно. То есть я ужасно боюсь, вот это у меня просто страх такой, ужасно боюсь какого-то пустых мест в зале, потому что это, ну, это значит, что, вот не знаю, мне, я думаю, я очень расстроился бы, если. Поэтому я всегда стараюсь, когда мне там предлагают какие-то концерты, я стараюсь, чтобы было их меньше, чтобы всегда очень внимательно, много раз расспрашиваю, как там покупают люди билеты, идут на концерт или не идут, ну, в общем. А бывает так, что зритель, сидящий в зале, тебя раздражает? Бывает, что кто-то из сидящих в зале меня раздражает, например, тем, что он влезает на сцену, начинает меня обнимать там, или ударом кулака там рвет струну мне на гитаре. Конечно, мне это неприятно и мешает. Вот. А тут, ну, я понимаю, что человек от избытка как бы чувства. Я не злюсь, но все равно это мешает, конечно. Вот сейчас ты мог бы сказать, что да, я независим в своем творчестве? Я всегда мог это сказать. И все-таки создан образ очень молчаливого человека, который дает только песню. Опять-таки, это придуманный образ или ты шел от своей индивидуальности? Я вообще молчаливый. Стараюсь не говорить, когда можно не говорить. То есть предпочитаю. То есть с самого начала просто получился такой, и ты сохранил этот образ уже по сегодняшний день? Я вообще такой. Просто я никакой образа не сохранял и не создавал. Просто вот я такой. Здравствуйте.